одной стороны, со мной поддерживали постоянный контакт, и я был в курсе некоторых новостей, скажем там, по поводу дипломатических каких-то шагов в нашу защиту, шагов со стороны белорусской общественности. Вот. Также мне присылали все необходимые, по первому же моему запросу, все необходимые юридические материалы, как то кодексы, уголовные, исполнительные, процессуальные, обновления к ним, там, решения там, пленумов, судов. Вот. Ну и множество таких вот мелких, но полезных материалов по конкретным вопросам. Поддержка шла и на личном уровне. То есть со мной общались, интересовались, как я провожу свое время, что читаю, как настроение вообще. То есть даже вот такие вот человеческие вещи придавали какой-то положительный импульс. Вот. И все это в сумме создавало такую сильную подушку безопасности, что ли. То есть ощущение, что есть на кого опереться.